Хорошо, хорошо, хорошо. Блин, это огромная головка выскочила только что из воды. Всем хай, с вами Евгений, и видите, черная луна поднялась в небе. Это значит, что зло пробудилось в глубинах морских, и нужен кто-то, кто остановит этих чудовищ, и это я. Только я могу остановить чудовище. И речь идет о лавкрафтовских чудовищах, очень страшных. Но не бойтесь, я уже побеждал однажды лавкрафтовских чудовищ в игре No One Lives Under the Lighthouse. Вот здесь вы можете посмотреть это прохождение. Сейчас же мы отправляемся с вами прямо в открытые воды, на нашей маленькой лодочке, чтобы уничтожить первую тварь, которая нам повстречается. Под любую тварь. Может быть, это даже будет тунец. Не дай бог, это будет тунец. Посмей только попасться мне на глаза, тунец. И тебе тунец полный будет. Смотрите, какие-то айсберги вдалеке. Мы смотрим на мир через очень широкоугольный объектив. К этому надо будет привыкнуть. Если я зажимаю Shift, то все немножко замедляется. Это нужно будет, видимо, чтобы потом хорошо прицелиться на монстра и убить его. Короче, это какая-то интересная демо-игра, позволяющая нам убить существо какое-то. Ой, блин! А что это внезапно так стало как-то... Очень много волн и очень большие. А! Нифига себе! Когда я с берега смотрел на это, было не так страшно. А вот сейчас прям жутко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, взаимодействуйте с радаром. Нажмите И. Стоп, стоп, стоп. Остановились. Все. Смотрим. Давайте поймем, куда дует ветер. Мне в палец дует ветер. Понятно, хорошо. Зажигание включили. Полный вперед. А, и еще мы можем нажать И, чтобы оно само уже плыло. Да, все хорошо. Используйте маус, чтобы зумить. Вау. Хорошо, спасибо, игра, что обучила меня. Главное, не влететь в айсберг, а то будет как в Титанике. А у меня даже нету кого-то, кто бы смог бы нарисовать меня голым. Однако я могу сделать так. Что это за место такое? Посмотрите на эти арки. Они тоже сделаны изо льда. Мы вообще про... О! Просто кто-то внезапно выключил свет. Аномалия уже начинается. Либо это место, как Бермудский треугольник, оно играет с моим разумом. И я просто проспал заход солнца. Смотрите. Вот там что это? Там что-то есть. Нам нужно повернуть. Во-первых, нам обязательно нужно повернуть, потому что, блин, потому что мы едем в скалу. И это не айсберг. Фух. Там вдалеке что-то было. Похоже, было на избушку, если честно. О. Слушай, а может быть нам надо как-то приманить существо? А, мы правильно плывем, вон радар. Значит, нам нужно в эту сторону. Смотрим. Я вижу. Что-то мне страшно, а чем я буду сражаться? Я как-то не... Смотрите! Там что-то есть. Я думал, это избушка. Это какой-то, это червь-монстр. Так, измите, возьмите... А! Ни хрена себе! Так, хорошо, гарпун прицелился. Ты подохнешь! Стреляй! Мимо. Нифига себе, это я кинул рукой своей? Какая страшная тварина. Так, нам нужно в сторону. Вон он! Ой, он прям огромный, он даже летает. Вы думаете, что Евгений обезумел, а я более чем обезумел. Сейчас оно вынырнет. Надо приготовить гарпун. Швыряй, Евгений! Я не понимаю, попал я или нет? Не, вон гарпун куда-то улетел очень далеко. Они у меня бесконечные. И смотрите, они как-то светятся чем-то красненьким. Они как будто бы магические. Так. Давай, выныривай. Пробуем снова. Что-то не так, я как-то плохо целюсь. Строго на монстра. О, мы едем строго на скалу. Погодите, погодите. И на монстра, и на скалу. Итак, помним, чему нас учили. Shift — это концентрация. Черт, оно уплывает от меня. Стоп! Сконцентрировались. Четко вверх пуляем. Надо ехать прямо туда. Прямо к ней. Прямо к этому огромному червю. Блин, хрен догонишь его. Вот. Вот. Все, круиз-контроль. Итак, давайте, замедлились.
Блин, я не могу рассчитать нормально бросок. Ой, мы уже прям вот прямо... Он прям под нами. О, боже мой! Блин! Моя лодочка! Еще раз. Прямо вниз в него. Так, мы его кацанули, кажется. Шкала появилась, по крайней мере. А лодочка моя жива? Или это шкала моей лодки? Блин, это стрёмно. Давай, прямо в голову. Ой, по-моему, он прямо на меня. А, нет! Чёрт! А, какая дичь. Разворачивайся. Блин, все покоцано. Моя лодка. Давай, разворачивайся. Ничего, мой маленький катерок, все будет в порядке. Мы с тобой столько всего уже пережили. Вот он. Оу, кажется, он прям вошел в режим убить меня. Он даже скалы может рушить. Вот оно. Стоп. Слоумо. Прямо в глаз ему попал. Так-то. Хорошо получилось сейчас. Только я не посмотрел по шкале, отнялось что-нибудь у него или нет. Надо развернуться. Вот сюда. Круиз-контроль. Где ты? Где ты? А! Давай! Нет. Блин, нифига себе прыжок. Ну-ка. Раз. Хреново хоть как-то было. Можно, кстати, еще стрелять ему в хвост, кажется. Вон он! Есть! Попал! Идеально рассчитал. Да, и шкала отнялась. Давайте попробуем еще разок. Нет, тут не попал, конечно. Хвост! В хвост! Оп! Есть! Где оно? Вот оно, его плавник. О, нет! Прямо мне в лодочку, не смей! Сейчас мы сдохнем. Влево. Тормози. О, уже дымимся. А мы как-то... Надо развернуться. Как хитер он. Так, нажмите чинить, чтобы... Троечка. Чиним. Вот. Правильно чиним? Я очень надеюсь, что правильно чиним. О, нет! Черт! О, блин, как неприятно. Так, я, ну я надеюсь, что чинится. О! Нет! Какая устойчивая лодка! Пошел ты! Есть! Хорошо попал. Черт тебя побрал, монстр! О, блин! Так, по-моему, надо сильно чинить. Все, чиним. Мы стоим, на месте стоим? Полный вперед. А теперь чиним. Ладно, главное, чтобы огонь потушили. Все стало каким-то красным. Мне это не очень нравится. О, блин! Что она делает? Блин, я не понимаю, что происходит, мы затонули. Привиделось мне всякое. А это что такое? Мой рыбацкий прилавок, видимо. Когда мы поймаем монстра, мы его нарежем и будем распродавать. По 1000 баксов кило. Что ж, давайте попробуем снова. Не совсем как-то понятно, как чинить. Ну, то есть, вроде бы я чиню, но не совсем это видно, что и прям чинится. Была бы хоть какая-нибудь шкала здоровья у моей лодки, было бы удобнее. А, мы можем переключать режимы. Оно сзади. Оно плывет в сторону моего дома. Не смей трогать мой дом, чудище. Вот без шуток, меня пугает эта атмосфера. Вот эта толща воды подо мной, эти волны огромные, которые прям на меня плывут, словно пытаясь поглотить. Так кто там, что там? Как там мой радар? Налево! Оно прямо здесь, но я не вижу. Так, о, блин, потемнело, кажется. Это значит, мы близко. Там, где обитает это существо, царит тьма. Все. Вот оно! Ну, блин! Я приехал мстить за отца. Оп, давай, повыше чуть. Плохой бросок. Ну, давай. Прямо вот туда, на дно. Хоп. Блин. Вот это так. Давай, Евгений, четенько.
Ни хрена себе! Попал как! Вот это я опытный рыбак! Вот и еще разок! И сразу в хвост еще. Не, ну хвост не попал, ну ладно. Блин, прекрасно сейчас было. Где ты? Где ты? Пробуем. Надо отойти! Надо блин, не в ту сторону дверь! Нет! Черт! О! Прям свою лодку, прости, лодка. О, можно крутой пирсинг сделать в своей лодке. Вот сюда. Вот. Летит на меня. Рыбина. Надо, кстати, в сторону. Срочно. Срочно в сторону. Я думаю, надо чиниться уже. Да, пора. О, в сторону. Черт. В сторону давай. Блинушки. Блинушки, гребанушки. Есть. Хорошо попал. Все, пора чиниться. О, само чинится. Боже ж мой. Попал. Ну, надо в сторону. Нет времени радоваться хорошему броску. Надо в сторону. Давай. Прямо вот. Очень плохо. Нет, я попал. Я попал. Чинись, 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 чинись. Все хорошо, хорошо, хорошо. Блин, это как огромная головка выскочила только что из воды. Не знаю, по-моему, она на меня хочет попасть. А фигушки. Есть, хорошо попал. Что-то начинается как-то нехорошо. А это что такое? Это просто моя лампа. Я думал, это мы горим. Мы стоим или как? Блин, мы стояли. Нельзя стоять. Где она? Где она? Она прям за нами. О-о-о. Она перед нами. А я промахнулся, ай. Воу! Что это? Зевс, спасибо, подсобил. Он застанил ее. Я попал. А что происходит с ней? Бог тьмы предал ей силы, или что это было? Смотрите, луч света. Это хорошо или плохо? Мне стоит на него лететь? О, нет, не стоит. Не стоит. Тихо, 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 тихо. Вот это говно. Мне немножко осталось еще. Давай, рыбина. Final round. Ну-ка. И попал. Попал! Ядерный взрыв. Этого я не ожидал. Давай, 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 в сторону, в сторону. У нас все отключилось, вся аппаратура. Ох, нас повело. Черт. По-моему, все включилось опять. Нас по кругу несет. Вот, просто прямо по курсу. Оп. Да что ж такое, не попал. Давайте как-то вот так, что ли. Ах. Эти последние броски самые трудные. Да попадись ты. Нет, в сторону. Черт! Все хорошо. А, нет! Чиним, чиним, чиним! Немножко пощипит лодочка. Все в порядке. Я тебя на уху пущу. Где ты? О-о-о. Черт, мы сейчас врежемся! Нет! Назад! Полный назад! Все, полный вперед. Чинить. Дым надо остановить, срочно остановить. О, нет! Да какого ж дьявола? Так, хвост. Есть! Попал! Я убил его! Быстрее. Боже мой, есть! И мы открыли второй левел.
второго босса. А мне понравилось, это было прикольно. С такой-то рыбиной я смогу прокормить целый город. Ставь лайк, если хочешь порцию ухи из этого чудовища. Что ж, это была прекрасная охота. Если вам понравилось, то поставьте кучу лайков. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. И пишите в комментариях, если вы хотите охоту на второго монстра. Огромное всем спасибо, что болели за меня, держали кулачки в этой нелегкой битве. С вами был Юджин, увидимся очень скоро. И всем пять!